Всем здорово, друзья. Сегодняшний гайд у нас посвящен Чену. Все голосовали за Чена, значит, вам будет интересно, ребят. Давайте попробуем проявить максимальную активность на этом гайде. Вы голосовали, значит, вы хотели, ребят. Посмотрим, какие у нее скиллы, посмотрим его геймплей и реально посмотрим, полезен ли этот персонаж или нет. Один из непопулярных героев, между прочим. Поехали. Первый спелл нашего персонажа является амплификацией магического и физического демеджа. Также накладывает замедление на определенное время. Амплификация равна наложению на Movement Speed. То есть, о чем это говорит? Смотрите, на первом левеле 15% Movement Speed Reduction и 15% амплификации. На втором 20-20, на третьем 25-25, на четвертом 30-30. По длительности у нас тоже так же все просто. Добавляется так же, как и в принципе, смотрите, 5, 6, 7 и 8 секунд длительность. Ну и КД у нас 14, 13, 12 и 11 секунд. Очень довольно-таки прикольный спелл. Прикольное замедление. Да, давайте немного продемонстрирую вам вот эту тему. Посмотрим вот на этого Дума Enemy. Передвигается он очень быстро. Вкачиваем. На Ешку. Поехали. Смотрите, какое хорошее замедление. И теперь мы посмотрим дэмэдж. Дэмэдж будем проверять догоном. Смотрите, дэмэдж без амплификации. Осталось 578 хитпоинтов. И нанесем дэмэдж с амплификацией. Осталось 398 хитпоинтов. В принципе, все, думаю, понятно по этой способности. Это амплификация плюс замедление. Амплификация, не забывайте, что не только магическая, но еще и с руки. Очень удобно, когда рядом с тобой суммон или твои тиммейты накинуть на какого-нибудь enemy, либо замедлить его, либо очень сильно раздамажить. Простенький спелл с хорошими колдаунами и с хорошей профитной систематикой. Поехали на второй спелл. Второй спелл на Чене довольно-таки простой. Также в применении, давайте его прокачаем, у нас добавляется какая-то одна способность. И еще есть вот эта способность. Смотрите, данная способность у нас наносит урон в зависимости от левел, но наносит так же, как работает эта тема у Chaos Knight. Chaos, как вы знаете, дает рандомно стан и рандомно дэмэдж. Тут работает, в принципе, по такой же системе, но только не дает стан. Просто рандомный дэмэдж. Смотрите, на первом левеле 50-100, на втором 100-200, на третьем 150-300 и на четвертом 200-400. Также есть еще какое-то что-то написано 3 секунды Hero TP Delay. О чем-то говорится, смотрите. На первом левеле 6 секунд, на втором 5, на третьем 4 и на четвертом 3. У нас вот этот спелл появляется, Tess of Fight. Он позволяет нам тпшить наших союзников на базу. В случае, если, допустим, у него лоу хп или просто затпшить как-то из драки. Делей у нас будет, делей, то есть задержка. Задержка на тп будет на левеле 3 секунды. То есть, давайте вкачаем до конца. У нас улучшились две способности. Нажимаем на нашего союзника. Но он тпшится мгновенно, потому что это является как будто мой юнит. Он тпшит именно мгновенно своих юнитов. Но героев, которые союзны, он будет тпшить с задержкой. Своих же юнитов, опять-таки, повторюсь, мы можем тпхнуть мгновенно. То есть, допустим, если у нас какой-то важный крип, которого сейчас могут убить, мы можем его мгновенно затпшить на базу. Очень просто применение данный спелл. И вот этот спелл, наносящий 200-400 дэмэджа, тоже, в принципе, просто применение происходит. Вот такая тема, написан урон 294 дэмэджа вылетело. И, в принципе, все. В комбинировании с первым, со вторым спеллом, смотрите, с первым спеллом, в принципе, с амплификацией урона очень много наносится. Просто накидаем вот эту тему и вот эту. Смотрите, 344 урона, но на самом деле, смотрите, 400 хитпоинтов улетело. Очень простой спелл. Про ТПшку я вам тоже, в принципе, все рассказал. По колдаунам 24 секунды и 16 на last левеле. Все просто. Очень простенький спелл, ребят. Главное не забывать, что своих союзников тпшит с задержкой. Своих союзников, именно героев. А крипов тпшит мгновенно. Запоминайте, ребят, потому что это будет нам помогать спасать наш суммон. А как суммонить, я вам сейчас расскажу. Третий спелл, ребят, позволяет нам приручить какого-либо персонажа. А именно, из леса взять кого-нибудь или же с крипа, будь то каталашка, будь то дедок, который постоянно руинит эти каталашки. Все просто в применении, прокачиваем и... Но будем не торопиться. Смотрите, что-то написано сегодня. 700 минимум хитпоинтов, 800 минимум, 900, 1000. Я вам объясню, о чем эта речь вообще идет. Смотрите, если у персонажа, которого мы будем приручать, хитпоинты, допустим, смотрите, родные, 700 хитпоинтов у него. И, будучи на четвертом левеле, ему добавится 300 хитпоинтов. То есть, сравняется до 1000. То есть это минимальный порог хитпоинтов. Какой бы максимальное здоровье у нас не имел крип, которого мы хотим приручить, ему дастся ровно 1000 хитпоинтов. То есть у него не добавится 1000, а у него будет 1000 хитпоинтов, чтобы вы понимали. То есть это такая тема, позволяющая усилить нашего крипа. Смотрите, вот допустим, Гарпия, у нее 550 хитпоинтов. Если мы ее приручим с 4-м левелом, у нее станет 1000 хитпоинтов. Если мы ее приручим с 1-м левелом, а на 1-м левеле у нас 700 хп минимум будет, то у нее будет 700 хитпоинтов. Вот такая вот тема по третьему спулу. Также количество суммона у нас на левелах разное. Смотрите, на 1-м левеле 1 юнит макс, на 2-м 2, 3 и 4 соответственно. Давайте прокачаем четверочку и возьмем одного крипа. Вот мы взяли Гарпи, у нее стало 1000 хитпоинтов. Все довольно-таки просто. Смотрите, есть еще одна особенность. Если мы приручим большое количество крипов, смотрите, 4, вот 4-го приручили. Когда мы будем пытаться приручить 5-го, а у нас уже все, лимит максимальный, то этот крип сразу умрет. Сразу умрет. Он не дает ни экспы, ничего абсолютно, он просто сразу умрет. Просто сразу умирает, ребят. То есть ошибочно думать, если мы создали уже 4 вот так вот юнитов, 4, и типа он кем-то заменится, нет. Специально нужно идти этого персонажа, которого мы приручили, сливать. И вот такая вот механика скилла. Также можно приручать эншентов. Но эншентов можно приручать только с Аганимом. Я думаю, те ребята, которые смотрят мой канал, знают видосик по Аганимам и знают, что делает Аганим у Чена. В принципе, по третьему спулу я вам все рассказал нюансы и секретики. Давайте перейдем к ультимейту. По третьему спелу, в принципе, никаких нюансов больше нету. Единственное, только если вы захотите кого-то взять другого, то, видите, у нас рандомно как-то он умирает. Не рандомно, а может даже как-то поочередность, видите. А сейчас умер у нас вот этот маленький Вилдкин. Я не знаю, ребят, как-то оно вот непонятно работает на самом деле. Кто знает, напишите в комментах, потому что для меня это тоже будет новость. Но я подозреваю, либо из-за хитпоинтов, либо по самой теме касаемо левелов, как я уже сказал. Ультимейт на данном персонаже тоже, в принципе, прост, ребят. Он просто хилит наших союзников и хилит наш суммон. Но есть свои особенности, о которых не стоит забывать. Смотрите, хил у нас равный на 1-м левеле 200, на 2-м 300 и на 3-м у нас 400 хитпоинтов будет захилено именно для наших персонажей. Как видите, у нас тут Чен хапает и... Давайте прокачаем ульт и нажмем его. Нажимаем ульт, и у нас хилится здесь персонаж. И, возможно, мы можем так подсейвить нашего какого-то тиммейта, и у него все будет намного лучше, и он будет доволен. Также есть еще одна особенность, что вот у меня вот тут стоит суммон, который я только что заставлял дамажиться, и этот суммон полностью выхилился. Как работает хил на наш суммон? Смотрите. Имея... без разницы, какое количество хитпоинтов, наш суммон всегда будет выхиливаться на фул. То есть, смотрите, у него, допустим, 1000 хитпоинтов. Но у нас на Чене написано тут, к сожалению, сколько хитпоинтов захилит? 400. Нет, ребят, у нас суммон будет хилиться на максимум. Просто на то значение, на как возможно вообще, насколько вообще возможно захилиться. То есть, будь у него там 300 хп, 30 или тому подобное. Смотрите, сейчас я захилю. Вот смотрите, у нас есть волчок, буду хилиться. И нажимая кнопку, у нас восстанавливаются все хитпоинты. На наш суммон работает вот эта тема именно вот так. По ультимейту, в принципе, все. Возможно прикупить септор. Септор что делать, я уже рассказал на прошлом спеле. И, в принципе, все по этому герою. Все довольно-таки просто. Все скиллы простые. Но требует этот персонаж хорошего микроконтроля, ребят. Давайте посмотрим на геймплей, что же можно сделать на этом персонаже. И как правильнее, скорее всего... правильнее на нем играть. Хотя я на нем сильно не задрачивал, но я вам покажу теорию, как нужно и что он должен делать, этот персонаж. Погнали. Итак, друзья, начинается у нас каточка. Взяли мы Чена, там, конечно, жесткий пик, но будем пытаться это выигрывать на Чене. Как бы это глупо не звучало, Чена не будем водить в кора, будем именно играть так, как нужно на нем играть. Ребят, смотрите. Взяли мы хидреску зачем-то, будем выходить в самый мощный артефакт саппорта, как былые времена делал это Пупей. Тупо сапог нашего волшебного саппорта. Чен это саппорт, в кора не вижу смысла выдевать. Будем играть на пуш. Постараемся выфармить грифсы. Но, я думаю, если хорошо пойдет, то фастом выйдем в Аганим, ребят. И через Аганим будем играть. Берем мы сразу третий спелл. Сейчас после рунки пойдем в лес сюда и будем долбить на нижней линии. Немножко постоим в лесу. Возьмем какого-то хорошего крипа. Найдем, возможно, это будет фурболк. А фурболк это хороший крип у нас. И надеюсь, нам реально повезет сегодня. Сегодня повезет и будем душить. Так, у нас там идет разминочка, как это на топе, как говорится, раздают друг другу шапалахи дружественные. Так, крипы, ребят, не забываем, что крипы рисуются на 30-й секунде в самом начале и потом. Минута, 2, 3, 4, 5 и каждую минуту рисуются наши крипы. Также стоит знать тайминги на данном персонаже, потому что, ну, нам нужны крипы, нам нужен суммон, чтобы пользоваться максимально успехом. И будем пытаться сейчас нагнетать нижнюю линию. А, там легион в лес пошел, ребят, смотрите. Блин, ну не знаю, давайте возьмем тогда Совуха. Совух тоже, в принципе, неплохой персонаж. Можно линию душить. Сейчас заберем вот тут вот этих крипов. И уйдем душить линию. Что мы будем делать, я вам сейчас покажу. Кстати, ребят, если хотите отдельный гайд на всех крипов лесных, дайте мне знать, я сделаю. Гайд, какой крип, что умеет. Видите, какая-то тут кнопка. Вообще ничего не понятно. А мы сейчас будем немного хулиганить. Опа. И поближе к табору подойдем и заюзаем торнадо. Эх, портретка заюзала. Ластхитик хорошо. И будем кошмарить торнадо. Все, поехал у нас торнадо. Торнадо у нас замедляет и наносит дэмэдж. Кто не знает. Апаем левел. Торнадо также можно передвигать. Передвинем торнадо. И будем, наверное, вкачивать первый. Пойдем через первый. И вернем в лес. Ой, боже, а зачем я добиваю крипов у Рикимару? Ну вот это коровская привычка, хотя он, наверное, Рикимару добивать не умеет крипов. Будем надеяться, что умеет. Смотрите, в общем, как у нас очень сильно персонажи хапают. С этого торнадо линия как бы, ну, напряжная линия. Реально. Линия очень напряжная. Все, торнадо у нас кончается. Передвинем крипа сюда. Берет 200 маны. Третий левел надо. Смотрите просто, как я их захарасил тут на линии. Торнадо очень даже приятная тема. Совух душит. Так, жалко, что не добиваю. Гоу, еще одна торнадо. Чен, не души, пишет. Чен, не души. Сейчас будем юзать еще одну торнадо. Будем завозить его под тауэр. Это торнадо. И выгонять энеми. У нас конкретно уже. Вот так вот сделаем даже. Все, хорошо. Держим линию в осадке, так сказать. Погнали сюда. Возьмем сейчас сапожок и пойдем прогуливаться на еще одного крипа. Апнули третий. Апнули третий. Вот так вот даем. Сюда. Напали на нашего совуха там, но ничего страшного, сейчас торнадо подъем. И я видел тут волка. Давайте посмотрим, может у нас тут какой-то очень сильный крип есть. Типа, есть у нас тут, смотрите, у нас есть сатир. Сатир тоже очень хорошая тема. Давайте тут похулиганим немного. Так, в принципе, у нас уже нету маны. Вот это, блин, боевая тема, добивать пытаться всех, если честно. Есть монетка, давайте соберем монетку. Слили крипа, да? Все, хорошо. Сливаем крипа и гоу душить мартретку. Гоу душить мартретку. Можно попутно взять волка. И будем заходить под тавер сейчас. Повнаглую. Повнаглую. Гоу. Кидаем. Вот так вот. Кидаем вот так. А, она там обманывает прям по-страшному. Смотрите, просто блинканулась сразу. Ну тогда, ребят, что делаем? Идем тогда в пуш. Нельзя, нежелательно у нас отдать вот этого персонажа. Ложечки, как она там закайтила-то. Смотрите, душит просто по-страшному. Сумон наш. Но с Рикимару, если честно, такое. Стоишь очень пассивно. Очень пассивно. Стоится. Ай-яй-яй-яй-яй. Но есть шанс вот... Эх, и не хватает чуть-чуть. Ну, с Рикимару очень пассивно стоится, ребят, на самом деле, такой персонаж. Ничего не поделать. Ладно, постоим, подолбим крипов немножко. Или даже, возможно, отъедем на базу, да? Нет, походу не отъедем. Все, погнали, короче, на базу пешочком. Бара. У Бара есть еще мана, поэтому у нас как бы тут все очень плохо. Поэтому надо сейчас будет мансовать в деревьях. Но, боюсь, тут не поможет. Это кидает она один даггер и Е-труп. Поэтому будем кидать ТПшку на базу. Втроем на низу. Ну, это нормально. Так, что ж. Что ж. Такое себе на самом деле. Пришел некор и начал саждать. Погнали в лес. Берем два суммона и погнали. Два суммона и погнали. Будем пытаться либо пушить, либо, не знаю, с Рикимару, ребят, ну, не очень, не очень. Честно, вот на топе, в принципе, тоже будет не очень. Но надо нам взять каких-то полезных крипов. Жаль, там Сатир просто чуть-чуть не доиграл с Сатиром. Ну, там хитпоинтов у Сатира мало у нашего осталось, к сожалению. И к сожалению, мы никого там не убили. Вот так бывает, ребят. Все, есть. Давайте возьмем еще раз первые. ТПшку не будем брать пока что. ТПшку брать не будем. Фармим крипов. В принципе, можно прогуляться. Гоу, прогуляемся. Че, тупим? Гоу. Бьем просто пацана. Ну я его тут зажал просто. О, гарпия, ребят, гарпия — это мощная тема. Chain Lightning. Поехал. Догнать бы его еще. Эх. Ой, уворачиваться от санстрайка. Ну, не знаю, тут застилить очень хочется. А что некор тут делает? Найс. Осудите его. Я, если честно, тут чисто в таком ажиотаже, что нужно было чисто что-то нажимать. Хотелось гарпии задушить. А получается так, что тут еще какой-то некролайт лоу-хэповый идет. Гоу, ребят, запушим. Тавер. Гарпию будем отводить сюда в стороночку. Тут тавер, в принципе, будет падать. Так что еще не стоит, ребят, забывать, что у крипов не у всех. Гоу сюда. А чё, боимся его? Можно же задушить. Можно же задушить. Ой, а чё, на меня бежишь, нет? Это мы крипу ГГ. Крипу ГГ. Вот так вот сделаем. Тавер душит этого крипа. Отойти. Ребят, ну можно было, чтобы мне они помогли, в принципе, тут. Почему-то убежали. Хускар почему-то с 500 хп проигнорировал Баратрума. И просто убежал. Ну, если честно, ребят, не так уж и просто все в реализации. Отдавать буду тоже тут этого персонажа. Баратрум бежит, но тут на ласт хит. Тычка. Ну, меня очень сильно сейчас подставил на самом деле парень на Хускаре, ребят. Безусловно, безусловно. Го, возвращаемся на нижнюю линию, возьмем ТПшечку, ой, ТПшечку, смачок и один. Все, найс, гоу, лес, которым управляют. Слили мы там гарпию, поставим один вардецкий. Уходить будем фулл сапа, ребят, это, как я уже сказал. Ну, жалко, обидно, что мне Хускарчик меня не порадовал, честно говоря. Тролль. Ну, тролль тоже неплохо. В принципе, есть суммон, есть сеточка. Можно будет кого-то зажать. Портретку, например. Походу, хочет выйти на мартретку 6-го левела. Ну, мне бы желательно слить бы. Слей его, пожалуйста, чтобы я уже... парился. Вот этих крипов бы тоже слить, чтобы взять какой-то полезный суммон. Хорошо. Хорошо. Вот так там гарпи есть. Это отлично. Сейчас возьмем и гарпию. Гоу сюда. Возьмем гарпию. Гарпия очень мощный крип, на самом деле. И возьмем аркану, сейчас купим. Ну, я уже не буду идти туда. Уже не буду. Задержим тут крипов. Сейчас создастся сумон. И запушим линию. Все, гоу. А чё ж пуш ты кричишь? Мы тут пушим, братишка. Все нормально. Эх, ну далеко, далеко. Мартретку не буду цеплять. Сейчас всех пишет парень. Ну, можно тут, в принципе, можно. Дамажим пацана. У меня там баратрум душит. Есть ультимативная. Успеть зажать? Нет, не успеваю зажимать. Заблочим ему тут выход. Заблочим. Пытаются у нас слить тут. Хорошо. Ну, один фраг я достоин забрать, на самом деле. А, и даже два забрал еще с руки. Понимаю. Очень полезно, на самом деле. Есть у нас 2000, кстати. Можно выйти сейчас тупо в меку, ребят. И сносить дальше товара. Но что-то я, если честно, прогулял, чтобы не огрызся там баратрум. Но такое. Лусьте. От танка. Лусьте. Голды. Армор. Возьмем. Армор возьмем. Будем продолжать пушить. Аркану надо будет теперь взять. Аркану. КДшится у нас еще пока спел. Хороший рейндж, кстати, у Гарфи. На дэмэдж. Не хотел бы я ее сливать, Гарпию. Возьмем кента, варианта у нас нету. И я думаю, отошлем Гарпию на базу. Она ржачная, конечно. Так, у нас есть тут кроба. Но мы зафармим этот кэмп. Зафармим. Там на топе какая-то драка собирается идти. Какая-то драка. Придется, наверное, хилить. А, не с чего хилить у нас, ребят. Сейчас забираем тут крипов и идем в пуш. Давайте возьмем еще вот этот сумон. Хорошо, погнали. Низу. Отключаем модификатор у нее. Атаки. Хорошо. И тупо, наверное, стоит тут отойти. Просто отправим сумон. Нету хила. Сейчас бы пригодился, да, хил? 200. Вперед. Хорошо. Жаль, нет никакой ауры, чтобы была возможность запушить намного лучше. Возьмем сейчас. Чуть остается у нас до вот этой темы. Хорошо, пушим просто. Погнали в магазин. Осаждаем просто одну линию, ребят. Очень даже неплохо у нас получается осаждать одну линию. Просто подпушиваем. Ага, идет народ. Отправляем вот эту тему сюда. Кробу тоже сливаем. Хорошо, есть аркан. Возьмем ТПшечку. Все, кробу слили. Хорошо. Вставляем нашего огрика. Так, есть там у нас драка какая-то. Ну, прогулял я сейчас, на самом деле. Мог, возможно, подсейвить тиммейтам задницу. Голема не очень хочу брать. Один стан. Вот Кобольда можно взять на Movement Speed. Опа, вот это плохо. Вот это плохо. Но мы сделаем вид, что у нас тут нету. И будем стоять дальше. Ребят, на самом деле, мне кажется, нужно стянуться к нашей команде. Шон тогда этого огра доковырялся. Но мне нужен сумон. Он просто хочет его добить, этого персонажа. Мне нужен сумон. Я не хочу брать голема. Божечки. Что-то... Этот просто чел доковырялся. Пусть, ладно, заберет его. Запарил он. Возьмем тут какой-нибудь сумон. Ага, сейчас мы тут возьмем сумон. Мы сейчас тут возьмем в задницу. Дадим пацану. Так, ну ладно, ушли. Окей. Это хорошо. Скар соло пушит. Возьмем какого-нибудь крипа здесь полезного. Ага, баратрум бежит на меня. Фурбалк нам поможет, если что. Фурбалк, если что, поможет. Ой, ну топнул, как обычно, я по-царски. Деремся. Хорошо. Топнул, как обычно, по-царски. В Еул. Ну, не думал, что там будет Еул. Приста не хочу брать, давайте просто... Ага, мы тут его даже не сольем. Даю хил, может чем-то это поможет. Нет, не помогло, к сожалению. Все, уже поздно. Поздно. Гоу, есть первый. Гоу, 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 гоу. Главное достать первым. Повысить дэмэдж. Повышаем дэмэдж, хорошо. Есть у нас еще два крипчика. Арканка в КД. Давайте все же сделаем уже грифсы до конца. И будем выходить в Аганим. Будем брать сумон. Тут игра еще не закончена. Возьмем сумончик и будем душить сумоном. Еще я хочу очень сильно взять еще какого-нибудь крипа. Потому что эти крипы полезные, но хочется еще что-нибудь взять. Давайте здесь постоим, подождем. Эти пока по линии там будут разбираться. Хорошо. Хорошо, добивают. Так. Идет у нас тут легион злой. Давайте возьмем какого-то тут. Еще фурболка. Можно взять, кстати, ребят, много кентавров и просто держать в стане. Есть такая комбо. Там пацаны вон злятся. Жаль, нету маны. Но можно еще взять, ребят, базилку, на самом деле, чтобы было манореген. И, соответственно, не только манореген. Так, ну сейчас сумон отправляем. Сами постоим, с руки побьем тут. Как дурачки, конечно. Но нужно левел доапать. Дали сюда. Хорошо. Хорошо. Хил КД. У нас там файт какой-то идет. Отравляем просто линию, возьмем Tess of Fight вместе с ТПшечкой. Отправляем наших крипов по одной линии. Почти есть у нас грифсы. Ну и желательно, ребят, надо ТПшку. Да, без ТПшечки, конечно, пылесосно. Кстати, можно забирать у нас Рошана через медальку. Я думаю, с сумоном это будет, в принципе, реально, имея ультимативную плюс сумон. Сейчас мы выйдем, дадим меку на крипов. Дадим им армор и хитпоинты и уйдем отсюда. На базу сходим и оставим их тут развлекаться. Или нет, давайте просто отведем. Будем играться с сумоном. Сейчас сколько до грифсов у нас там? 1650. Соответственно, со следующей пачкой крипов можно будет уже взять всю вот эту тему. Всю вот эту тему можно будет уже взять. Еще добить бы. Еще бы сумон не отдать. Все, погнали. Go. Вардики в КД. Вардики в КД. Не знаю. Надо нам забрать пару крипчиков. И напрячь куру туда уже, раз я уже ушел. Хорошо. Хорошо. Отойдем. Все-таки хочет он задушить его, фурбалка это. Он задушил херстопером, ничего страшного. Гоу, есть у нас грифсы. И один вардик берем. Хорошо. Крипчиков оставляем тут, пойдем в лес. Вот тут возьмем кого-то. Будем линию вот эту одну напрягать. О, волк. Это хорошо, ребят. У нас как раз тут дэмэдж нужно. А этих крипов, скорее всего, уже буду сливать. Хотят нам грифсы. Да, уже там. Сейчас буду сливать тогда этих крипов. Правильно, нужно провязать. Ой. Правильно говорит, провязать надо. Дай мне совуха. Совуха. Хорошо, отлично. Ребят, ну на самом деле я бы запушил Т2. Го Т2. по Т2. Вон они там на суммон все тепло вышли. Предлагаю пойти Т2. Сейчас поставим торнадо в драке. Будет один станчик. Хороший такой. И будет дэмэдж. Дэмэдж отправим на Хускара просто. И одного кентушку мы оставим на то, чтобы он у нас развлекал станами. Го, вот сюда. Крипа нашел. По низу просто идем душить. Хорошо. Вот сюда. И вот так вот. Хорошо. Все, можем создавать торнадо. Просто пушить. Тут поддержим крипов. Опа, волка бьет. Ребят, не стоит забывать про то, что у всех наших лесных персонажей маленький, нет, там, ну, не пипирка маленькая. Хускарчик. Так, там начинается какой-то файт. Будем отхиливать Хускара. Будем давать стан. Но не успеваем давать стан, понимаю. Хотя бы мартретки давать стан-то будем. Печалька. Tess of Fight дали. Хорошо. Дэмэдж даем, стараемся давать дэмэдж. Все, забираем. Забираем. Собух у нас там стоит, уже чилит. Все в КД, ребят, постарались максимально все дать. Но, если честно, требует очень много микроконтроля, ребят. Давайте возьмем крипа до кучи еще. Потому что тут будем пушить. И вот этого крипа бы не отдать нам. Было бы прекрасно. Все, хорошо. Ждем. Кстати, Совух нам дает армор. Тоже очень хорошо. Зашли на хайграунд мы. Торнадо создаем. Но Рикимару я не знаю. Ну, засейвим, окей. Засейвим, окей. Ага, на кого бежит? Дается стан, у нас там грызет. Микролайта. Такого вот этого пацана. Ее, если его сейчас запилит этот торнадо, это, конечно, трэшара будет. Ой-ё. Так, ну попробуй затпшить парнишку на базу. Хорошо. И затпшили нашего тиммейта на базу. Все, в принципе, тут мы все сделали. Волка мы оставляем, и все остальное можно, в принципе, слить. Можно, в принципе, слить. Но желательно не фидить, конечно, ими, но все равно. Ребят, есть у нас почти Аганим. Волчонок у нас тоже тут остается. Хорошо. Волчонок тоже остается. Ребят, напоминаю, что реально очень много сильно требует микроконтроля данный персонаж. Я, если честно, этим персонажем где-то играю на 30%, потому что микрить я, в принципе, не умею, я это осознаю. И поэтому таких персонажей стараюсь не брать. Ну, потому что реально им тяжело играть. Ребят, этим персонажем тяжело играть, если вы в драке хотите очень много полезного делать. Дать стан, допустим, дать сеточку и тому подобное. Но видите, на хайграунд зашли на 19-й минуте, в принципе, все хорошо. Сделаем сейчас Аганим и будем спамить эншента. Поставим волчка. Пишет, нифига, когда Чен сильный. Блин, братишка, я не умею играть на нем, честно тебе скажу. Я никогда его не спамил. Никогда его не спамил. Ну, я стараюсь, ребят, отыграть. Там на самом деле Хуск молодец, хорошо отыграет. У меня КД вот эта тема. Берем Станго, попробуем помочь. Пробуем помочь. Иду, у меня есть грифсы. А, да там Рики не надо помогать. Опа, а или надо? Или надо. Go. Хорошо. Хорошо. Go на мид. Выйдем на мид. Мне просто нужно, ребят, как тренируется микроконтроль. Берутся какие-то персонажи, допустим, будь это вот, ну, как вот Чен. И просто задрачиться, ты привыкаешь к кнопкам. Ты привыкаешь к кнопкам, и дальше тебе играть намного легче становится, ребят. Все это работает именно так, потому что... Так, ну, волчонка нельзя отдавать, фурболка тоже желательно не отдавать. Так, внутри ФФ написано. Неужели мы не увидим здесь Аганим, ребят? Неужели мы не увидим здесь Аганим? Должны увидеть. Я считаю, что мы должны увидеть тут Аганим. Все, отойти, отойти. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Все, есть Аганим. Также, ребят, хил у нас становится намного чаще, если мы покупаем Аганим. Уф, он засейвил пацанишку. Парнишку. И все, он просто. Чен — это такой персонаж, который позволяет нам быстро нести линии с сумоном. Если хорошая команда, то это просто гига-изи катка. На самом деле. И, ребят, на третью сторону сейчас наберем эншентов. Давайте этих крипов сольем. Этих крипов мы сольем. Оставим мы только, наверное, волчка. О, есть у нас тут динозавр. Давайте сливать этих крипов. Все, хорошо. Берем эншента. И волчок у нас также тут. Сейчас будем душить. 25-я минута Аганим, это очень хорошо. Ровно базу. Отойдем туда, на крипов. Ребят, к сожалению, эншентов у нас, по-моему, всего 3 можно. Если я не ошибаюсь. Ребят, у меня КД. Ребят, уходите. Попробуем сейчас еще тут что-нибудь взять. Давайте пойдем нашугаем просто. Нашим злым сумоном. Возьмем голема. Голем добавляет у нас хитпоинты, кто не в курсе. Плохо. Всех у нас тут наказали, значит, надо отходить, ребят. Го тут подфармим. Так, отводим, ребят, отводим. И душим. Ой-ой, это что, тут такая инфа, что ли, есть? Сделаем. Хорошо. И дракоша. Берем дракошу. Эншенты. Эншент облежит у нас просто. Все, хорошо. Боится. Ребят, ну, в принципе, 4 крипа есть. Не скажу, что это оверсильные крипы у нас тут, но, в принципе, неплохие. Берем еще вардики. Возьмем смачок. Че, ребят, можно рошу? Горошу. Жаль, нету медальки. Но, в принципе, медальку можно быстро сморганить. Закидывать ее на Хуска. Кидаем вот эту тему. И, в принципе, с сумоном. Так, стоп, у нас сейчас волчок умрет. А волчка нам нельзя отдавать. Вылетает ему баш, но буду выхиливать тут, иначе он умрет. Пофиг на этот вард. Сделаем медальку. Все, есть. Все, отлично. Опа, опа. А тут форходу сейчас будет. Нежданчик. Нет, все нормально. Отошли. Бедный Пугна. Но я иду. Иду помогать парнишке. Так, а торнадо там метеорчик. Надо дать что-то. Подхилим еще жопу ему. Во, на фулл хп выхилили. Ага, вот тут, ребят. Гоу. Настоящая, это иллюзия. Гоу, сумон сюда. Медальку еще я подзабыл немножко кинуть. Ребят, можно с эншентами, в принципе, знаете, что еще делать? Эншентов посылать по одной линии. Так, у нас там просто кто-то очень медленный. У них же свой Movement Speed, тоже не стоит забывать об этом. Можно, в принципе, тут в трон выйти сейчас с таким сумоном. Это просто команда отыгрывает на ура. Опа, ну, Пугне там личка-то ломают. Но идет наш Чен тут подсейвливать. Жаль, что нету сумона тут нигде рядом. Сумон стоит АФК. Просто выходим в трон тут, я не знаю. Просто выйдем в трон. Посмотрите, у нас голем есть. 1900 хп, 800 хп. И вот этого пацана накажем. Боже. Просто наказательная команда. Команда наказателей. Хорошо. Выхиливаем. Даем наш волшебный спел. Но у нас тут волчок нет. Волчка нету. Волчка мы потеряли, к сожалению. А вот такая вот игра, ребят, на Чене. Я надеюсь, вам эта игра понравится, потому что в этой игре, в принципе, вы увидели Аганим. Видели, в принципе, легкий вин. Я не знаю. Но Хускар тоже очень много сделал. Рики, Мару, в принципе, все отлично отыграли. И я просто закончил это таким хорошим пушем. И пытался, ребят, всех подсейвливать. Не знаю. Но надеюсь, вам понравится, ребят. В принципе, это все. Вот такой вот гайд на Чена. Надеюсь, реально будет вам полезно, ребят. Если хотите отдельный видосик по всем способностям крипов, големов. То есть, соответственно, големов, тут вот видите вот этого крипа, вот это всех крипов лесных. То есть это гайд будет на лесных персонажей. Если вам будет интересна эта тема, я с радостью для вас это сделаю, ребят. Давайте поставим здесь как можно больше лайков и напишем хороший коммент, что Азез, молодец, спасибо тебе большое за видосик. Ребят, рассчитываю на вашу поддержку. Обязательно подписывайтесь на канал, если не подписаны. У меня для вас все. В принципе, все, ребят, все, ребят, давайте я пошел. Всем хорошего просмотра. Кто посмотрел этот видосик, да. И кто не посмотрит, тоже обязательно посмотрите. Я знаю, что вы любите перематывать. Просто вот так смотреть, знаете, так тык-тык-тык-тык, потыкали. Ага, лох, все понятно. В общем, все, ребят, все, отпускаю вас.